Всем привет, у микрофона Бразер Худ, и сегодня я расскажу вам приблизительную дату выхода 70-й серии сериала Скибиди Туалет. Сегодня Дефакбум в своем дискорде выложил спойлер к новой серии и такой вот пост. Всем привет, 2023 год был сумасшедшим, так что я немного отдохнул Новый год и после него. Многие ожидают, что 70-й эпизод выйдет очень скоро, но я работаю на ней всего лишь 3 дня. И он далек от завершения. Ожидать, что первая часть эпизода выйдет не ранее 13-14 января. Это будет один из самых важных и насыщенных эпизодов в сериале, и на его завершение может потребоваться больше времени. Однако, после 70-го эпизода сериал будет выходить быстрее. Скоро увидимся. Итак, что же нам дает этот пост? Первое и довольно очевидное, что эпизод будет разделен на несколько частей. А второе, то что эпизод выйдет не раньше 13-14 января. Также к этому посту прилагался спойлер к новой серии. Сейчас я его вам покажу. Вот и он. Изначально он был темный, но я его осветлил. Так что же мы видим на нем? Тут написано цифра 70, что впервые на спойлере. Обычно Дефак не пишет номер серии на спойлерах. А второе, это Скибиди ученый. И видимо он погибнет, раз он появился, скорее всего. Это значит, что моя теория сбылась из прошлого видео про 70-ю серию. По итогу я могу сказать, что серия выйдет очень эпичной, как и написал Дефак. Ну а также это значит, что серия выйдет не раньше 13-14 января. В этом я не был не прав в своем прошлом видео. Я говорил, что серия выйдет либо сегодня, либо завтра. Всем спасибо за просмотр. У микрофона был Бразер Худ, и всем пока.